Привет, YouTube! Решаем 57-ю задачу из сборника Демидовича. Вычислить предел. Для того, чтобы его вычислить, для начала заменим все корни на степень. Получается предел, при n стремящемся к бесконечности, 2 в степени 1 вторая, умножить на 2 в степени 1 четвертая, умножить на и так далее, умножить на 2 в степени 1, деленное на 2 в n. Теперь воспользуемся свойствами степени и запишем. Предел при n стремящемся к бесконечности 2 степень 1 вторая плюс 1 четвертая плюс и так далее плюс 1 на 2 в степени n. Теперь заметим, что в показателе у нас стоит сумма геометрической прогрессии. Получается предел при n стремящемся к бесконечности 2 в степени 1 вторая умножить на 1 минус 1 вторая в степени n, все это разделить на 1 минус 1 вторая. Теперь преобразуем показатель. Получается предел при n стремящемся к бесконечности 2 в степени 1 минус 1 вторая в степени n. Так как n стремится к бесконечности и основание степени у нас 1 вторая, то вот это выражение стремится к нулю. И остается под пределом 2 в первой, то есть 2.